Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вас приветствует канал Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». И вы помните, мы ведем рубрику Ближнего Востока. И сегодня мы на рынке. И мы хотим вам показать, какие же есть фрукты и овощи, и что они из себя представляют на рынках Ближнего Востока. Итак, мы на одном из рынков Ближнего Востока. И еще одна ремарочка. Пожалуйста, то, что вы сейчас видите, фрукты, овощи, не спрашивайте, какие это сорта или гибриды. Я вам точно это не скажу. Ну что, начнем, друзья. Вот видите, картошка. Простая картошка, арбузы, дыньки. То есть, что арбузы сладкие, я не могу. У нас на юге Украины они намного вкуснее. Друзья, а вот это то, что вы видите, это маслины. Они разные по вкусовым качествам. Вот есть перченые, есть лимончиком. Очень-очень вкусные. У нас таких, к сожалению, нет. Мы только можем попробовать в банках. А вот огурцы их, смотрите. А вот овощи. Так, а вот персики. Сейчас сезон персики. Смотрите, виноград. Ананасы. А вот, смотрите, манго. А вот это вот наша халва, к которой мы привыкли, но она у них совсем немножко другая. Видите, в виде тортиков сделана. Тоже очень вкусно, это ихняя восточная сладость. Друзья, а вот это сухофрукты, те сухофрукты, к которым мы привыкли. Но что меня здесь удивило? Я вам сейчас попытаюсь показать поближе. Вот смотрите, у них сухофрукты даже есть. Морковка, ассорти овощей, видите? Фасоль и даже есть буряк. То есть мы не привыкли все на рынках такие сухофрукты видеть, а у них это есть. Ну, это бананчик, да, то есть смотрите. То есть вот это меня что удивило. А, еще я вам сейчас кое-что покажу. А вот это знаете что? Это арбуз. Вот это вот арбуз, представляете? Это арбуз, вяленый арбуз. Кстати, очень-очень вкусно. Поэтому, у кого много арбузов, можете, наверное, это делать. Друзья, вот виноград еще, смотрите, красивый какой, вот. Друзья, а вот еще маслины. Чем сказать, что эти все маслины можно пробовать, но вам скажу, что у каждого, видимо, свой рецепт засолки, и все они очень-очень по-своему вкусные. Конечно, есть невкусные, но мы их, скорее всего, не привыкли. А вот это, видите, зеленушка и с лимончиком. Это просто. Смотрите, перчик. А вот это что? Я даже вам не скажу, что это такое. Но что-то, наверное, очень-очень вкусное. Так, а вот видите, тоже в каких-то специях. В общем, все здесь очень-очень вкусно. А вот, друзья, вот так продаются у них специи. Вот красный перчик горький. Вот такой, видите, маленький-маленький. Вот специя, имбирь. Вот такие вот специи они используют для риса. Что-то острее, что-то слаще. Ну, в общем, они так любят. И это, кстати, очень вкусно. Только мы, к сожалению, не привыкли есть со специями. Вот такая вот вкуснятина у них. А вот это, видите, это орешки. Что они с ними едят? Они их просто жарят и варят рис, и сверху посыпают. Кстати, очень-очень вкусно. Рекомендую попробовать вот именно так рис с орешками жареными. Друзья, а вот это я вам хочу показать их орешки, те, что они покупают. Вот эти семечки, да, мы с вами привыкли видеть. Вот это вот тыквенные, да, это из подсолнуха. Мы с вами это привыкли видеть, они здесь продаются. Но я вам хочу показать то, что они еще больше любят. Они любят больше арбузные семечки. Смотрите, это они в специях. И это, то есть разные солености и разные специи. Видите как? Вот это вот тесто в арахисе, кстати, тоже очень-очень вкусно. Главное иметь хорошие крепкие зубы. Смотрите, какая вкуснячка. То есть, видите, и фисташки, и миндаль, и арахис. Сейчас вам еще с другой стороны покажу вкусняшки. Видите, вот это они вот очень любят есть.
Это сделано, знаете, наподобие, как у нас кукурузные палочки сладкие, а вот у них это соленые и разных видов. Вот эта кукуруза, например, это вот кукуруза, если вы посмотрите, сейчас попытаюсь. Вот видите, это кукуруза, это горох, смешно. Вот это орехи, но я вам не скажу, что за орехи, и вы знаете, они мне даже не очень не понравились, но это не каштан. И помните, я вам показывала овощи сухие, вот овощи сухие. Ну и вот наши орехи, вот, кстати, вот наши орехи грецкие, но, к сожалению, у них вид, как для меня, ну никакой, но они их любят и... Вот еще а вот дальше сухофрукты, видите, финики разные, видите, какие крупные финики, курага. Видите, всякие-всякие вкусняшки. Кстати, это все можно попробовать. Ну и мое любимое. Вот, видите, ой, мухи, конечно. Видите, именно арбузные сухофрукты. Ну, вы знаете, друзья, очень-очень все вкусно. Друзья, а вот гранат. Сейчас сезон граната. Ну и, соответственно, он везде и всюду продается. И делают здесь соки. А вот яблочки. А вот арбузы. Они на вид, конечно, красивые и аппетитные очень, но, к сожалению, они не такие сладкие, как, по крайней мере, как я их привыкла есть. Но для разнообразия можно купить и поесть. Друзья, а вот инжир. Так, и сейчас сезон инжира, и, соответственно, вот он продается вот так вот. Люди его покупают, едят. Вот рядом манго. Дальше, вот видите, персики. Виноград. Видите, разные виды. Вот, смотрите, тоже орешки всевозможные, всякие вкусняшки, семечки. Кстати, это все можно пробовать, то есть никто никого не ругает. Видите, какие вкусности. А вот финики. Кешью. А вот, друзья, вот видите, еще мы привыкли только сухофрукты, а вот и овощи, фрукты. Это морковка, бурячок, вяленый, да, это спаржа, бурячок еще. Вот такие вот вкусняшки у них на рынках и продаются. А вот это продается наборы для чая, разный чай. А вот там вот видите, это сухофруктами. Israeli carnival, madam, if you drink vodka. А вот еще, смотрите, персики. Это слива. Ну видите, какая она. То есть это, видимо, что-то с чем-то скрестили и теперь продают. А, вот. Это драконий глаз. Кто знает, кто бывал в странах Азии, он знает, о чем я говорю. Помидоры, киви. Видите, киви. Ананасы, инжир, карамбала, кто знает, кстати, страна Азия, она очень вкусная. Это, видите, такая слива. Вот еще фрукты, видите, какие яблоки у них. А вот это вот восточные сладости. Кстати, очень вкусные, не такие, как у нас готовят. Жаль, что я не могу вас всех угостить, кто сейчас смотрит видео. Я думаю, вам бы это понравилось, вкусняшка. Друзья, а то, что вы сейчас видите, это ихние томаты. Конечно, они немножко смешные, но у них они такие. Далее у них продается имбирь, видите, тыква, кукуруза, цветная капуста. Вот перчик продается. Только меня не спрашивайте, какие это сорта. Но я вам не подскажу. Не подскажу, точно. Вот ихняя морковка. Сейчас я вам кое-что покажу. Вы меня, конечно, захотите спросить, что это за сорт и почему так, я вам не отвечу. А вот смотрите, баклажаны. То, что я вас хотела и удивить. Причем, кстати, я не думаю, что это какие-то гибриды, а может быть это гибриды, но просто смотрите, какие они большие. Если взять мою руку, например, видите, какой большой? Один. Достаточно большие. Вот ихний чеснок. Смотрите.
Они, кстати, очень много в своих блюдах используют именно чеснок. Наш буряк, редиска, капуста. Капуста у них намного жестче, чем у нас. Я не знаю, что она мне очень нравится. Она вкусная, но она, знаете, очень как-то твердая и жесткая. Не такая нежная, как у нас. Вот ихний лук. Картошка. Вот такую картошку на Ближнем Востоке используют. Но в общем, знаете, что картошка это не основное ихнее блюдо. Их не основное блюдо это рис. Поэтому картошки здесь не так уж много можно найти, как, допустим, продаются у нас на рынках. А вот сейчас я вас еще удивлю. Как вы думаете, что это такое? Смотрите, что это? Это огурцы. Вы скажете, у нас это тепличные огурцы, возможно. Но здесь, на Ближнем Востоке, это нормальные огурцы. Только такие и другие они не признают. Вот как у нас с пупырышками, которые колятся с иголками, у них этого нет. И те, которые приезжают к нам в страны СНГ увидеть наши огурцы, они думают, что они больные, представляете? А вот у них такие огурцы. Но хочу сказать, что они сладкие, они нежные и вкусные, кстати, достаточно. Вот кабачки. Обращаю ваше внимание, вот еще огурцы, видите? Вот еще огурцы, а вот ихние кабачки. В основном кабачки у них вот такие по размеру. То есть они очень маленькие, то есть они где-то вот такие сантиметров 10. Вот эти кабачки. То есть это маленькие кабачки, то есть это небольшие, видите, если взять мою руку. То есть это небольшие. Спросите, почему так? Они в основном кабачки фаршируют. То есть у них есть специальный нож, который вырезает сердцевину, и туда ставят рис с мясом. И это все фаршируют то ли в духовке, то ли на газовой плите. То есть варят. И, кстати, вы знаете, очень вкусно получается. Вот еще помидоры, то бишь томаты. Не могу сказать, что здесь томаты очень интересно представлены, например, как у нас в странах СНГ. У них просто это томаты. Вот еще томаты, видите. Ну, вот они такие едят. И они радуются и довольны. Хотя, как по мне, я такие томаты не буду есть. Они, знаете, больше похожи здесь по вкусу эти томаты, знаете, как полевые. То есть они жесткие и твердые. А вот еще вкусняшки, смотрите. Кстати, а вот это вот овощи маринованные. То есть, видите, морковка, цветная капуста, огурчик, маслины. Вот с лимончиком маслины. Кстати, очень-очень вкусно. Вот именно маслины, вот маринованные, вот именно вот так вот. Вот еще. Вот тот перчик, маслины. А вот сейчас покажу вам их национальный хлеб. Это больше лепешки. Видите, просто лепешки, которые у них... Ой, горячие прямо. Ну и такой хлеб, как наши плетенки, но они здесь как сладкое у них больше идут. А в основном хлеб это вот такие вот лепешки продаются. Вот еще фрукты. Манго, персики, виноград, инжир. Все-все-все здесь на рынках есть. А вот еще их огурцы, видите какие, они не без пупырышек, вот такие вот. Но они, вы знаете, они вкусные. Правда, сначала ассоциация, то, что это не как тепличные, но потом, то есть вот здесь, на Ближнем Востоке, вы не найдете огурцов именно с иголочками. То есть вот именно будут только вот такие вот. Вот еще их всякие семечки. Напоминаю, что это семечки арбузные, и они здесь пользуются очень высокой популярностью. Друзья, вот мы на другом рынке. Вот такая вот картошка. Помним, Ближний Восток. Это вот такая картошка. Огурцы, которые, как мы называем, это тепличные, а у них, и точнее, на Ближнем Востоке, это огурцы, которые они используют и едят каждый божий день. Вот смотрите, как у них лимончики продаются. Конечно, они не имеют такой вид, как у нас. Вот, они лимон здесь везде используют, где только можно и не можно. Но вот они любят кислоту. А вот капуста для наших голубцов. Вот такая вот она.
Вот у них цветная капуста. К сожалению, это не ахти, но их это устраивает, и они довольны. А вот и кабачки, видите, они продаются в основном только такие вот маленькие. Они их используют для фаршировки и больше ничего с кабачками толком и не делают. Вот лук, такой похожий, как и у нас. Ничего сверхъестественного нет. Вот еще лимон. Видите, морковка. Чеснок. Чеснок они очень много его используют на своей кухне, то есть он везде и всюду у них. Конечно, это вкусно, но не для каждого, конечно. А вот, смотрите, друзья, баклажаны. Гиганты просто. Если честно, я даже не знаю, для чего они их используют, потому что я в основном их видела маленькими. Для фаршировки именно баклажаны они их используют. Ну, видимо, что-то еще, но пока я не узнала. Вот ихние томаты. Огурцы. Видите, других огурцов вы здесь и не найдете, к сожалению, только такие. Вот всякая зеленушка, опять же, капуста цветная. Друзья, а вот так у них продается мясо, видите? То есть это такие небольшие магазинчики-холодильники. Тушки целые висят, им показываешь, что именно вам надо, и они режут. Все достаточно просто и понятно. То есть ничего на улице у них не хранится, я имею в виду мясо, а везде холодильники. Вот еще баклажаны, лимон. То есть рынки у них небольшие, однообразные, то есть ничего такого сверхъестественного вы не увидите. Вот такой вот лимон, видите? То есть те лимоны, которые продаются у нас, они что-то уж очень слишком красивые и сверхъестественные. Но к нам привозят из Греции, из Италии, а здесь это ихнего именно производства. Видите, какая картошка гигант. И тут же цветная продают. Ну, смотрите, какого ужасного вида. Но они покупают. Томаты. Я думаю, что немножко неправильно отображает телефон мой. Это не розовые, это красные томаты. Огурцы, бананы. Вот так они и продают. Даже вот такие вот баклажаны. Спросите, почему, я не знаю. Сейчас лето, у них красная капуста и белокочанная продается. Так, вот видите, это так называемая мята. Она, то есть, по крайней мере, пахнет как мята и используют здесь для чая. Ну, наша фасоль, всякая зеленушка, а вот и баклажаны. А вот видите, бамия, может, кто видел, выращивал такое, но, к сожалению, в наших краях это не пошло. Здесь используют как соус всего лишь. То есть лук, батабамия, кетчуп. И вкусненько, неплохо. А вот видите, фрукты, персики, нектарин и манго. Друзья, а вот гранат. Вкусный. Да, август начала, у них уже гранаты есть. А вот груша, но, к сожалению, она здесь очень-очень мелкая. Мы такие груши не привыкли есть. Но они покупают и едят. Друзья, ну что, мы сегодня с вами были на рынке овощном и фруктов. С вами был канал Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Друзья, до новых встреч. А вот еще на рынке, что меня удивило, это виноградные листья. Они здесь продаются килограммами. Вот, смотрите. Видите? И смотрите, как они продаются уже в маринаде. То есть закрываются и потом со временем открывают и делают с них голубцы. Это виноградные листья. Наша бамия. И знаете, что меня еще удивило? Все, наверное, знают вот эту травку, которой все огородники борются. Потому что, не дай бог, останется маленький-маленький кусочек этой травинки, она опять-опять растет. Здесь же они ее продают и делают салат, представляете? И говорят, что очень-очень вкусно. Я, конечно, не пробовала, но знаю, что трава паразит для наших огородов. Поэтому я как-то на нее смотрю с опаской. Но люди вот так вот здесь питаются и живут.